Международный день осведомленности о миопатии Дюшина. Амгинские школьники вышли на флешмоб в поддержку одноклассника Никиты Григорьева. В этом году он пошел в 11 класс. Никита отличник, идет на золотую медаль. Мечтает стать юристом. Все бы ничего, но у мальчика редкая болезнь – миодистрофия Дюшина. Это генетическое заболевание, связанное с разрушением мышц. Никите было 5 лет, когда родители стали замечать, что он часто теряет равновесие, быстро устает, бегая и прыгая. Примерно к 10 годам он уже не мог передвигаться без инвалидной коляски. Как и все дети в его возрасте, Никита любит компьютерные игры, собирать конструкторы, много читает, увлекается видеомонтажом. У него отличная память, он очень хорошо все запоминает. Сейчас мы пока работаем над говорением, чтобы он свободно владел английским. Я планирую на юридический поступать, я буду юристом. Ну, я хочу знать законы, чтобы знать права, и, может быть, адвокатом даже буду, чтобы людей защищать.